Томін пробиває. Ларін. Козир. Ларін. Гравець команди Golden Lion Talisman. Ну розкажи, які емоції? Програвати 0-2 і вирвати перемогу 2-4. За рахунок чого? Ну как, сьогодні у нас був хороший збор. Три четверки, как бы. Ну, немножко потом поменяли, как бы, когда начали пропускать что-то ненужное, или как-то игра не складывалась, чуть убалансировались. И, в принципе, как бы, ну, должок надо отдавать, как бы, мы проиграли в прошлый раз 5-2, как бы, пошли пятого. Сейчас мы этого не сделали, решили, как бы, четверками давить. И где-то вот за счет этого давления и как бы и плюс нагружали воротником. Сегодня хорошо расстоял Рострик, прекрасно. Все, что ближнее на ленточке он вынес. Ну вот решили потом подальше побить. И вот как-то вот, видите, и пошло. То есть дальние удары нам зашли. Ну а дальше уже как бы, видите, планомерно 2-2 уже у нас куражи. Как бы они уже немножко подсели. Мы их начали давить, у нас больше людей. И вот вынесли уроки, решили именно поддавливать. То есть, как бы, видите, в конце мы даже прижимать начинали прямо на встречать, чтобы не давать им передохнуть и поднять голову. Как бы. Команда ровная, хорошая, но как бы сегодня мы были сильнее, скажем так.
Ну, все по грі, все по грі. Ви спочатку здалося так, що ви не нащупали свою гру, свої четвірки, а от коли в другому таймі вже було, ну, оптимальний варіант вашої команди, ви абсолютно заслужено перемогли в цьому матчі. Бажаємо вам удачі в наступних матчах, боротьби за перемогу. Спасибо.